Соревнования по конкуру покоряют своей красотой. Элегантные всадники в строгих костюмах и верхом на лошади взлетают в прыжке над препятствиями. Конкур никого не оставляет равнодушным. Конный спорт давно уже получил постоянную прописку в нашем городе. Есть у нас хорошие спортсмены, проводятся и соревнования. По праву, одним из самых зрелищных и захватывающих конных состязаний считается конкур. На территории спортивной школы «Изумруд» состоялся второй этап 7-го открытого первенства Славянского района по конкуру «Золотая подкова». В соревнованиях приняли участие 35 спортивных пар. Это всадник и его лошадь из 8 городов и районов Краснодарского края. В конкуре среди юношей и девушек победила Элина Падалка из Красноармейского района. Я рада, что стала победителем. Я занимаюсь конным спортом 6 лет, и он мне очень-очень нравится. Лучшим в общем зачете в конкуре с высотой препятствий 110-115 сантиметров стал Сергей Рындин из Тимашевского района. Результат зависит не только от тебя, но на 90% от лошади. И если ты хорошо владеешь и как бы общаешься с лошадью, то будет результат. Золотая подкова давно уже завоевала авторитет на Кубани. И у первенства есть возможности для развития. Соревнования, которые будут проходить в августе, более будут насыщены, больше народу будет. Мы постараемся к этому, тем более мы сейчас как бы привлекаем спонсоров. Соревнования завершились, но зрители, которые на них побывали, еще долго будут помнить это эффектное зрелище. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».